Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Московскому району города Калининграда, патрулируя территорию, обратили внимание на мужчину с признаками опьянения, который двигался на электросамокате. Его задержали в лесополосе в переулке Клинском. Во время беседы с полицейскими он заметно нервничал. Дальше. За что задержите, старший? За подозрение в хранении наркотических средств. В количестве около 50 свертков. В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен 51 сверток с веществом неизвестного происхождения. Экспертиза показала, что в свертках содержится более 20 граммов метадона. Наркотик был подготовлен к сбыту через тайники-закладку. В отношении 43-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело.